4 августа с рабочим визитом в Десногорск приехал сенатор Российской Федерации от Смоленской области Сергей Леонов. В программу встречи впервые было включено посещение общественной территории «Атомпарк». Во время визита на место строительства культурно-досуговой зоны Сергея Леонова сопровождали глава города Андрей Шубин, его заместитель Александр Новиков и директор службы благоустройства Андрей Олейников. Прогуливаясь по новым пешеходным тропам, представители местной администрации представили парламентеру будущие объекты парка, рассказали об этапах строительства и о том, как Десногорску удалось выиграть конкурс Минстроя и реализовать проект. Это первая территория, вот просто сказать, которая была с самого начала, с момента обсуждения и до момента реализации, делается вместе с жителями. Разработка концепции вот этой территории, значит, с жителями обсудили несколько раз. Потом проектно-сметная документация, жителям показали, обсудили. Реализация проекта доказала, что одного желания властей для изменения облика города недостаточно. Необходима обратная связь между властью и жителями и активная гражданская позиция самих горожан. Один из самых важных критериев – это вовлеченные жители. Понятно. Прямо вот по цифре. Угу. Ну, здорово. И если территория показывает минимальную вовлеченность, что, ну, вроде как администрация придумала проект, там, привлекли там, профессиональных проектировщиков, сразу критерий снижается. Понятно. Как пояснил глава Десногорска Андрей Шубин, строящийся проект представляет собой ландшафтный парк. В нем будут представлены многофункциональные зоны – игровые, спортивные, образовательные и зоны для спокойного отдыха. Учитывались предпочтения всех слоев общества. По мнению Сергея Леонова, «Атомпарк» – уникальный дизайнерский проект среди районных центров. Он выразил мнение о возможных преимуществах будущего объекта для развития города. Просто потрясающий парк для жителей города Десногорска, для гостей города, которых очень много. Десногорск все больше и больше привлекает туристов и может привлечь туристов, поэтому, мне кажется, это повлечет строительство, может быть, гостиниц или каких-то баз отдыха дополнительных, поэтому есть большое будущее туристическое у Десногорска. После показательной экскурсии делегация посетила среднюю школу номер 3. К началу учебного года здесь реализуют проект «Точка роста». Обустраивают классы химии, физики и биологии для углубленного вовлечения детей в естественно-научную сферу. Сенатор также побывал в атом-классе и отметил масштабность образовательного процесса, который реализуется в школе. Виталий Волков, Юлия Соболева, Александр Ерофеев, Ясна ТВ.